Ни гул пролетающего самолета, ни звук канонады не помешает мне в очередной раз сказать вам: здравствуйте, друзья, это Экейны. Добро пожаловать в мир General Zarahor. Поприветствуйте Ванилу Гла и Токсинового Гла на карте Airport. Данный видеообзор, данные комментарии относятся, так сказать, к тому, чтобы пройтись по следам Pro-лиги портала generalzatash.ru третьего сезона. Карта Airport говорит о том, что напоминает, что эта лига проходила на патче 1.0.5. Итак, перед нами глашники должны пройти неимоверные баталии, которые по времени, скажу вам сразу, будут занимать где-то около 40 минут вашего драгоценного времени. Поэтому запаситесь терпением и кое-чем другим, чтобы наблюдать ту игру, за которой стоит все-таки посмотреть, которую стоит все-таки послушать. Ванила Гла, Экейне, то бишь я, и Токсиновый Гла Гатуза. Андрей Гатуза в тот момент про лиги смог обыграть меня с общим счетом. Но вот как закончилась эта игра, мы увидим только с вами в конце. Что я могу противопоставить Токсиновому генералу на этой карте? В данный момент, естественно, никто из игроков не знает, кто его оппонент. Это рандом матчап. И вы видите, я готовлю подрыв. А справа от моей базы Андрей Гатуза возводит токсиновый туннель. И вот пошло мое такси, так сказать, техничка. Через дальнюю точку суплая в противоположном углу по моему флангу. Сейчас обнаруживаю я раба Андрея, не даю ему построить туннель, высаживаю своего раба. В принципе, то же самое сейчас делает и Андрей, только по отношению к моей базе высадил. А что у него? Что у него в тече? Там мы видели, был Токс Ребель. Не получается проехать ему мимо моего туннеля, вся вскрыта начинка его. И вот сейчас будет осуществляться подрыв военного завода Гатуза, который не проходит успешным. Вы видите, остается каркас, техничка успешно давит рабов. И сейчас ее в клещи пытаются взять квады Гатуза. Стрельба, но уходит она. И вы видите, все-таки тот раб, который Андрей высадил из технички, проезжающей и подбитой впоследствии, также строит туннель возле моей базы. Моя течь, выполнив задание, возвращается в сени родного туннеля. Итак, вы видите, использую я суплай на основной базе и справа по флангу, ближе к своей базе я построил суплай. Андрей обосновался на своей базе, естественно, и справа по центру. Он там, вот он, его суплай, он его использует. Отремонтировал здесь здание, посадил ракетчиков я для защиты туннеля. И пошли мои две технички. Сейчас нужно пытаться мне недоубитый все-таки арсдилер как-то держать под контролем. Сейчас он уже восстановился, вы видите, и укреплялся здесь Гатуза туннелем. Не даю я ему это сделать сейчас. Не получилось снести его завод, но произошло такое замедление в его развитии, не смог он спамить квады. И сейчас вот две технички, битком набитый ракетчиком. Ну, может быть, не совсем продуктивно все-таки. Да, квады будут убиты. Вот технички, может, стоило бы все-таки ехать на давку, чуть с запозданием я это делаю, и не нанеся большого ущерба. Хотя, опять-таки, посмотрите, замедлил я Андрея немножко по развитию экономическому. Все-таки в очередной раз пострадали рабы его на родном суплай. Сам я уже построил третий суплай, пока там не хватает еще рабов, но все-таки дело наживное. И смотрите, что делает Гатуза, выпускает подрывников. Пока нет технички, выходят квады. Ну что-то он опять-таки задумал. Прошла в рост экономика моя. Смотрите, четвертый суплай от Экейне уже слева по центру, по флангу. И пока вот обустраиваю я базу Гатуза такими туннелями, чувствую, что уже все-таки преимущество на моей стороне. Всего лишь два суплая у Андрея. И дело времени теперь собрать мне силы и поставить жирную точку в этой игре на карте Airport от Константина Ефимовича. Но пошла техничка Гатуза. Видимо, посадил он там и подрывников. Что мы? Надо шоу зрителям. Нету экшена. И смотрим. Получайте шоу. Какую большую ошибку тогда я помню допустил, руки у меня опустились. И смотрите, что сразу же делает Гатуза. Выводит всего лишь три квада, которые у него были, при поддержке ракетчиков.
делает ход конем, Андрей, при той ситуации, которая сложилась. Он делает просто то, что позволяет ему сейчас еще рассчитывать теперь на какой-то успех в этой игре. Вы посмотрите, что, какой вариант, какие варианты были у Гатуза после того, что произошло с ним в начале. Да, в принципе-то никаких. Вот так вот грамотно он сносит единственный туннель на моей базе. Я там пытался строить уже второй, но слишком поздно пришла ко мне эта идея. Своевременно Андрей поступил правильно. Подорвал просто туннель, и я совершенно неудачно, совершенно неоправданно выводил там группу, большую группу квадов, ракетчиков. Там, наверное, не меньше 5-6 машин было. И все они подорвались вместе с туннелем. Это был просто супер лаг для Гатуза. И сказать, что в тот момент я не видел, как бы течь, да видел и подозревал, что будет подрыв. Но почему-то вот захотелось мне нажать на кнопочку выхода. И вышли мои войска, и пали они перед Гатуза. Вы посмотрите, что сейчас делал, как ретируется просто на поле боя Гатуза, несмотря на то, что он и так токс. Но было очевидно лично для меня, что, ну, уже ничего ему не светило в плане такой экономики. Я просто бы заспамил его чем угодно, имея 4 суплая. Андрей имел всего лишь 2, и только сейчас он пошел брать третий суплай на моей основной базе. Вот такое вот начало токсинового и ванильного Китая. И вот наши зрители кричат: зрелищ, зрелищ, неубиваемый самолет на карте аэропорта хотит зрелищ. И вот они, зрелища, опять поехали от Гатуза для зрелища наших наблюдателей. Он понимает, что нужно сразу же нажимать, ставить точку. Вот так он круто подействовал и пошел сразу в тот угол, в другой угол карты аэропорт. Смотри, что же сделаю я. А я своевременно тут, конечно же, построил уже и второй по этому счету военный завод. Здесь пытаюсь теперь сдержать его войска. Вывел ракетчиков из туннеля, снова прячу. Помогает мне там и здание. И вот такой вот такой, ну не прав здесь Андрей, не прав. Хотел он многого, а получил малое. Вынужден сейчас сводить войска. Он теперь ощутил на практике, что не так уж плохо я, не так уж и ушел в минуса я. Хотя, конечно, он выиграл значительно, снеся мою базу. Сейчас он понял, что не все просто, нужно продолжать игру. Да, и заказывают дворец. И я заказываю дворец. Успешно отбил и довольно-таки хорошо почикал его войска. И сейчас вот против здания везет он новую техничку, видимо, ребели этот. И ракетчики совершенно правильно высаживают мое здание, пехоту и в нем. И занимает сам. А я тем временем делаю контрудар, такой же, как он попытался сделать, снеся мою основную базу и поехав во второй угол. Сейчас пытаюсь я показать ему, да, я там поборол твои войска, сейчас буду щемить тебя здесь. Минус еще один, сейчас каждый юнит на вес золота, каждый квад может сыграть большую пользу. Эти 41% дворца, не дал я своим контрвыпадам построить ему дворец. Сейчас снова какие-то непонятки в эмоциях и чувствах, кто же кого, он снес базу, Андрей, начал наращиваться, ведь он же токс. Но опять-таки вот мои войска, не стал я медлить, совершенно правильно, нужно действовать. И таким вот образом, смотрите, лишил Гатуза выполнения планов его по строительству дворца. Увожу свой квад, берегу, там он на соплях уезжает, но один еще погибает. И Андрея заставляю терять я юниты. А тем временем, посмотрите, что делает мой контрвыпад. Да, лишила Гатуза дворца, 81% у меня. Это очередной виток игры на карте Airport. И видим, смотрим, Андрей возводит еще один завод. Не дворец, завод еще один возводит Гатуза. Понимает, что не все так просто. Берегу я ниты, смотрите, когда остался живой. Парами дышит пилот, держись, мужик, сейчас заедем в туннель, всех подлечим. И вот снова пытается послать Андрей по правому флангу своего раба, поближе к базе иметь туннельчик. Это обязанность любого порядочного глашника. Да, строится второй завод, завожу свои войска. Сейчас буду напрягать Андрея Гатуза для того, чтобы иметь возможность у себя развиваться так, как я хочу. А зрители снова говорят: зрелищ, зрелищ. И вот они, новое зрелище, только теперь это Кейна на базе Гатуза. Поготов дворец, там выходят уже басы. Так, нужно микрить юнитами, уводить тех, по которым стреляют токсины туннели. Снова, смотрите, бой. Больше квадов у меня, и лучкованы они там, подобранный скраб. И смотрите, гибнет пехота Андрея Гатуза. Ой, ребята, извините, погибают пилоты, кричат. Но нужно было идти в такой расход. Снова убрана та сила, которая имелась у Андрея, и при этом у меня осталось 3 квада.
Вот таким микропобедителем вышел в этом замесе. Главное, что убрал накопившиеся войска Андрея. Микрить, уводить квады от туннеля. И вот благодаря только такому микро удается сохранить на соплях. Вот у меня сейчас 2 юнита. Еще убить квад при этом. Смотрите, он поврежденные квады, надо убирать. И вот так вот пока удачно, посмотрите, по чуть-чуть смещаю я центр тяжести, заставляю Андрея. Ну вот видели сюрприз? Он готовит мне сюрприз, а я готовлю сюрприз ему. Вот они, скорпионы с апгрейдом на ракеты. Все-таки, наверное, все-таки правильно думает Гатуза. Не первый раз правильно он думает по течению этого боя. Вы видели, как он все-таки переломил ход ситуации, которая явно складывалась не в его пользу. И готовлю сюрприз ему я. Все-таки 2 завода у него было для сюрприза вот этого скорпионового, а дворец у меня был построен для сюрприза басовского. И вот пошли то, что я не ожидал. Здесь 3 квада хороших, но надо было спасать, уводить. И чуть-чуть поздно я это делаю. И выходит теперь сюрприз от меня. Месть за квады. Держите скорпионы. Ах, близко подвел скат. Надо уводить. Ах, ракета достает. Не получилось так отсюрпризить Андрюшу. Но смотрите, живой бас, держится еще, какую группу снял. Кричат теперь пилоты войск Гатуза, надо выводить, ах, бас. По-любому там ребята погибли. Гибнут они на том же месте, где гибли ребята из квада. Извините, это все вам оплачивается вашим потомкам. Ради свободы слова на карте Airport. В турнире про лиги generalzetage.ru сажается Экейна и Гатуза. Теперь скорпионы весомые бойцы, они на поле боя. Не могу я теперь квадами так сильно что-то делать. И видите, Андрей налегает на скорпионы, а у меня уже помимо басов появились и баги. Зрелищ, кричат снова наши зрители. Ну будут, ребята, не все так сразу. Все-таки посмотрите, какие этапы, какие переломы. 89% дворец построен уже у Гатуза. Все-таки как развивается игра, совершенно планово, с более легкой техники на квады, с квадов на скорпионы и басы. И сейчас уже Андрей готовит, видимо, будет потом переходить на свои басы, но будут у меня к этому моменту и баги. И вот бас пытается что-то сделать сейчас. Не забываем, игра про лиги 3-го сезона, патч 1.05 Экейна и Гатуза. Ванила гла против токсинового гла Гатуза. Фух, так вот немножко, пошли, может сейчас вот спокойно, дает Андрей порастреливать, выправляю я их хладнокровие, уничтожая его барак, пытается сейчас поймать мой бас, вот две ракеты пошло, ну, по-моему, не хватит, нет, не хватило, ушел бас, спокойно, не поймал его Андрей, но много уже скорпионов, басом сильно не повыруливаешь, построен у меня командный центр, и продолжаю я жить, по-моему, на 3 суплаях, один из которых заканчивается, снова 2 ракеты в бас! Не поймал. Ну, смотрите, там 9, по-моему, скорпионов сейчас будет вымещать. Зрелищ хотят наши зрители. И вот пошел Андрей Гатуза по просьбам всех смотрящих. Вышел Джармен Келл его. Такая вот атака от скорпионов токсиновых Гатуза. Я тем временем, пользуясь случаем, говорится, пристраиваюсь с другого боку. Если фортуна поворачивается к вам раком, ребята, не теряйтесь, подстраивайтесь к ней. Вот таким вот образом, сейчас смотрите, но Джармен здесь и скорпион. Бас приходится уводить, повел я туда на скорпион ракетчиков. Напомню еще кое-что, какую информацию. Игра называлась «Билет в один конец» и являлась претендентом на чудо повторяющийся компьютер. Смотрите, как хитро делает Гатуза. Отстреливает бас именно в тот момент, когда он попадает под струю токсинов. И все вышедшие из-за покинувшего этот свет пилота ракетчики практически попали под токсиновый туннель. Да, готов командный центр. Что там у меня, я еще не знаю. И вот они, басы от Гатуза. Вот они, его скорпы, замерли в ожидании после выполненной работы. Вправе отдохнуть немножко. Андрей им дает такую возможность. Ну, залихватский замес. Смотрите, считай, Андрей сидит на 2 базах, на моей и своей. Одной жопой на 2 кресла. А я размазан сейчас по другой территории, по диагонали. По диагонали мы боремся друг с другом. Разделили эту карту пополам. Аэропорт. Ванила гла и токсиновый гла на этой карте. И вот они пошли уже в движение, мои баги. Есть там у них апгрейд, по-моему, на ракеты, но у меня количество еще не сделаны. Выезжают. И вот Андрей, там строил я мины. А он высаживает свою тактическую группу, которая после отдыха
И после активных действий на своем фланге сейчас движется по левому флангу. Начинает процесс здесь. Пошли. Так, мина поставлена на всякий случай. О, чуть-чуть опасно, опасно действую я. Баги практически из-за уклона, там, склона асфальта на этой карте. Они чуть ли не подъехали быстро. И вот смотрите, что делает Андрей. Не прячет группу, не уводит, не боится баги. Вынужден он по одному танку отдавать на растерзание. Но тем самым он выиграет время для остальной группы, которая просто пускает в расход все, что здесь есть. А я вынужден так вот по одному Скорпиону отстреливать. Готов Джармен, готовы ракетчики. У Андрея готовы басы. И пока он отдает на растерзание по одному Скорпиону, тем временем уничтожается мой военный завод. Да, кричат, кричат пилоты, больно им наблюдать. Но это война, ребята, что вы хотели? На войне нет больных и здоровых, есть только живые и мертвые. И сейчас достаточно еще живых. Много мертвых, которым никто здесь не возведет памятники, потому что нельзя, потому что это аэропорт, здесь самолетом летать в конце концов. Когда закончится война и все будет отстроено, будут их могилки где-то сбоку. Сейчас пока все, что от них осталось, мои баги собирают, клепают на себя, занимаются мародерством. И снова, нужно мне убить эту группу. Не плачь, пилот. Будет таких, как ты, много. 5 баги, 2 скорпиона. Ну, молодцы скорпионы. Андрей все-таки, посмотрите, правильно тактически играл, да? Вывел себя из жопы с самого начала. Перешел на скорпы своевременно. Не смог я квадами промышлять. Хотя давил уже, додавливал, пока они не появились. И теперь против баса весь дворец. Смотрите, дворец сам построил, ракетчиков только посадил. Достраивается у него вот он, командный центр. Видимо, что-то у него есть. Есть, должно быть. Столько он уничтожил. Повышение. Ага, вот мы пропустили. Попал таки там на мину на мою. Ах, и подводит теперь поздновато он. Все-таки радар ван. А я тем временем уничтожаю дворец пока на расстоянии. Командный центр у него не построен. Бонус. А вот он построен. Высажен ребелян. Но. Смотрите, какой-то доли секунды не хватило Андрею. Не позволить уничтожить его дворец. Были выпущены ракеты из баги. И в то же время высажены ребели. Уничтожены практически все баги. Но и летающие ракеты. Снесли ему дворец. Смотрите, доли секунды сыграли здесь. Теперь лаг был на моей стороне. Успел я уничтожить важное для глаз здание. И вот снова возводят уже здесь, за зданием командного центра. Андрей не уничтожил мой по левому суплаю, по левому флангу мой суплай. Я пользователем выпустил раба. Снова туннели, не нужно гнать их издалека. И готовы ракетчиков. Снова, видимо, готовлюсь к басам. А наши зрители говорят: зрелищ. Ну, ребята, извиняйте. Прошлось 18 минут эфира. Впереди еще там больше 20. Ну, нельзя прямо экшенить беспредельно. Ну, какие-то, вы видите сами, экономически не все так просто. Будет вам и экшен, а сейчас вот такой небольшой пробельчик вы видите. Поэтому я могу вам рассказать, напомнить, это кандидат был на чудо повтор отечественного комьюнити. Билет в один конец. Аэропорт, и здесь светило улететь на самолете к какому-то только одному было. Либо ванильному, которым играю я, Экейна, либо токсиновому, которым играет Гатуза. Андрей Гатуза, наш чемпион. Ну что ж, пока в отсутствии дворца вынужден он строить снова скорпионы. А я, пользуясь случаем, строю бас. Нужен мне бас. Конечно, не чита он басом. Вот они, басы токсиновые, не чита. Ой, розовый дурман. Вспоминается там чья-то песня про какой-то синий туман. А здесь у нас розовый. Просто убер, там апгрейда у Андрея, по-моему, еще нет на ракеты. Но как бы там не было, это мощь токсинов. Вот они, сыкуны, сейчас просто отвлекают на себя туннельчики. Вот тут теряет Андрюша, не видел. И выезжают мои парочку басов для профилактики филонить бывшую свою территорию. А Андрей нападает на мою базу уже в правом нижнем углу. Снесен его военный завод. Но здесь у меня ситуация похуже. Все-таки командный центр, это ж ген повышения. Пока я навожу там шмон на базе Андрея, на вторичной. Андрей сейчас, да, пытается еще здесь защитить. Здесь вот его баги, которые он успел таки построить еще при дворце. Уничтожен мой один бас. Не успел я высадить ребелей. Андрей уничтожает мой дворец. Снесен, ликвидирован. Ох, destruction complete, скажем так.
Разменялись мы в атаках по направлению. Ну, Андрей выигрывает свои атаки. Опять тактически он чуть прав. Ну, в принципе-то не было у меня воз здесь с ним замешиваться. Я тоже был прав в том, что выехал туда. Хоть какой-то урон нанес ему и сбросил я на свою территорию токсиновую бомбу. Вынужден был уничтожить там хоть кого-то. Бас один. Пусть, да, не лег критично. И вот он, мой бас, выехал из почти уничтоженного туннеля. Почти уничтоженный туннель был. И вывел, смотрите, на сопля. Герой. Герой. Молодец. И вот ген повышения еще не снес он мне. И инвизибель эти мои. GPS-навигатор используем сейчас. На этот недобитый бас. Чудом он ушел. Чудом там практически выехал из добитого туннеля и наказал того баса, который автоматом ракетчики там переключились на раба, не стреляли по моему басу. Ну просто очередной лаг. Очередной лаг на этой карте. И там в токсиновых лужах сейчас. И смотрите, смотрите, что делает Андрей Гатуза. Добавляет джазу. Гулять так гулять. Мало от одних токсинов. Дадим еще одних. Ох, красиво взорвал он. Смотрите, там слева цистерны, там, видимо, с остатками топлива. Красный огонек на фоне фиолетовых. Ну, просто в ажуре. Все, мы наблюдаем все прелести патча 1.0.5, дым ракет. Играйте с нами, наслаждайтесь. Так, мой Джарман Кейл. Тут допускаю я ошибку. Не... Ох. Просто так, считаю, дал. И вот что, что? Мой невидимый бас теперь... Буду гулять. Вот преимущество мое хоть одно единственное перед токсином. Это невидимость. Невидимость, которую я использую. Вот сейчас, в принципе, это какой-то паритет может быть. Может быть, если нет масс юнитов. По масс юнитам, конечно же, токс сильнее. И сейчас мешаю просто. Вот командный центр был уничтожен мой. И не даю я просто. Смотрите, опять чудом. Чудом уцелел мой бас. Опять весь дымится, искрит. И вынужден загонять его в туннель. Повезло. Вот невидимый. Невидимый и невидимый. У него и невидимый свет, невидимые фары. Не видит их Гатуза во всяком случае. Но видите вы, что пытаюсь сделать я. А, командный центр, прошу прощения, не был уничтожен. Вот сейчас он, естественно, будет снесен. А там вы видели уже совершенно противоположном углу, где еще не бывало нога войск Гатуза. Я отстраиваю дворец, который был снесен вот здесь. И Андрей продает командный центр. Заставил его это сделать. Естественно... Будет снесен и мой, я его даже не продал. Видимо, слишком богатый Буратино был. Но смотрите, какая ситуация сейчас складывается. У меня там, вот хорошо, что здесь успел я построить дворцы. Строю военный завод уже, чувствую, там мне жопа идет на вот здесь, вот в правом углу, да. И смотрите, дворцы будут уничтожены, экономика моя ляжет. И вот он, мой невидимый бас, здесь был вынужден на остатках того баса Гатузы умереть. Ай-яй-яй, живы еще скорпионы. Теплится кровь баса Гатуза и течет токсиновой рекой. Дым на просторах ванильного гла. Вынужден я распродаваться. Что успеваю, что нет. Посмотрите, везде здесь вот Гатуз оставил. Там он радар ванна. Здесь, гляньте, минки, минки, минки. Люблю я минки. И что получается? Андрей не успел подвести. Ах, хоть опять очередной лак. А ведь был радар ван у Андрея. Ну вот немножко, видите, не хватило ему контроля. Хотя ощущал он, знал, что Алексей Экейне любит минки-то ставить. Вот поплатился сейчас он за свою халатность. Но, как бы там ни было, посмотрите, нету, был здесь Экейне, да вышел весь. Остался он только в одном углу. Андрей отстраивает командный центр уже на своей базе, ведь на второстепенной, на моей бывшей территории. У него остался только дворец и туннель. В принципе-то, да, вся масса сейчас сосредоточилась, вся масса строений, эмоций сосредоточилась сейчас на верхней части карты, аэропорт, потому что слева расположился Экейне, справа Гатуза, дворец только у Гатуза слева внизу. Вот такие вот действия, дымят, пыхтят самолеты, кровь льется рекой, токсиновые ребята пробегают, видят, вся токсиновая территория как бы показывают, испокон веков это был аэропорт токсина. Гатуза хочет доказать это, что не чита здесь ванила гла. Ну а Экейна пытается все-таки доказать обратное. С самого начала боя. Вот стоят зрители там приумолк и видят рядом токсиновые. А только зрелищ им давай. Зрелищ. Боятся ребелей токсиновых. Молчите. Ждите теперь после такого экшена. Стоит подождать. Но не можно все 40 минут тут плодить экшен. Вынуждены сейчас игроки заниматься еще и своей экономикой. Вот я возвожу дворец. У Андрея, кстати, с экономикой пошло не очень. Вынужден он был на экономику немножко подзабить для того, чтобы сделать то, что вы увидели. Скорпионы, дворцы, басы, выносы
практически у меня, мои выносы с двух территорий, с основной базы и второстепенной, это все теперь отразилось немножко на его экономике. Три черных рынка он имеет. Три черных рынка выехал БАС. Да, и раз, два, три, четыре, пять. Все-таки экономика у меня получше. И не забываем, что денежки-то хавал я. Вот еще один дворец. Денежки-то хавал я с самого начала по четырем суплаям. И, скажем так, это все благоприятно отражается на нашем балансе игровом. Но вот сейчас нечем противодействовать. И БАС, и три скорпиона, из них два трехлычковых. Это не просто так. И вот здесь я упустил, тоже пытался что-то сделать. Был уничтожен, использовал Андрей Гатуза Ребелей на мой БАС. Но вот они его хорошо-то смяли, но теперь как бункер они ему ничего сделать не могут. Ракетчики мы парились здесь, помню, боговали, не стреляли сразу по туннелю. Вынужден я уничтожить сначала Ребелей. Хорошо, что сидел там все-таки Джармен Кэл. И сейчас Андрей все-таки шерстит территорию. Вот увожу я, смотрите, охота. Джармен Кэл, Гатуза и мой. Ах, чуть-чуть поздновато я. Я использовал, конечно же, апгрейд на радар ван. Но в тот момент у меня радара не оказалось. А вот Гатуза подвел радар, и смотрите, мой Джармен ложится. Ха-ха. Охота завершилась удачей для Джармен Кэла Гатуза. Ощущал он, знал он, что здесь он есть, и охотился. Вот так. А вы молчите, зрители, просто смотрите, наслаждайтесь. Билет в один конец, карта Airport, Экейна против Гатуза. По итогам, по следам, так сказать, мы проходимся этим вводом игр про лиги третьего сезона от портала generalszetash.ru. Направил Ребелей своих Андрей куда-то в действие, ищет что-то, будет выискивать, нельзя стоять юнитами любыми. Минирую я, люблю минировать, и пошла, смотрите, привет от Гатуза. Командный центр-то у меня нету его, у меня нету командного центра, у Гатуза есть. Вот еще какой минус мы упустили для меня, во всяком случае, в этом бою. Ну, заводят далеко, ой, красиво опять взорвались канистры там, емкости с остатками топлива. Это, видимо, ради только этого сбросил сюда Андрей эту бомбочку, чтобы мы понаслаждались эффектами еще патча 1.05. И вот здесь уже Ребелей, видите, опасно, негде мне там ничего строить, даже командный центр я не найду, пока там, где же мне возвести, и вынужден вот, видите, смечать черные рынки, пока пошли, дают эффект по 20 баксов. И Андрей возводит, тоже понимает, что экономически-то вот, почему сейчас экшена-то уменьшилось, денежек-то уже не хватает. Собраны все ресурсы, возможные на этой карте, нету больше ресурсов. Нефтекачалок здесь и в помине не было на карте аэропорта. Нужно решать свои бои так, таким образом. И сейчас вы видите три баги. Три баги, которые выпустил. И здесь подходит Гатуза, БАС и три скорпиона его неубиваемых до сих пор. Минку там раба забыл убрать. И сейчас пока я убираю возможную опасность для баги в виде туннелей на базе Гатуза. А Андрей, вы видите, тут ну не шерстит, шерстит. Что тут делать? БАС, хорошая угроза. Нужны мне баги, я их забираю в туннель. Надо продавать мне, ну что, почему-то медлю я здесь, да, не продаю, думаю, да, куда там уже, давно не успею, наверное. И снова дает на расцветание Скорпион свой под баги, и пошел его БАС в ту сторону, бегут Ребели, и плывут паровозы, привет мальчишу. А вот смотрите, Андрей чуть-чуть когда упустил, ну не туда куда повел, или отключился, приказал, а сам пока находился в управлении на другой территории карты, потерял он просто так, по большому счету, свой БАС. И давлю я, очень опасно, рискую своими баги попасть под свои же ракеты. Посмотрите, но опять-таки как это лаково подействовал я баги. Четыре дворца, четыре черных рынка у Андрея. И сейчас вот его только Джарман Тейл, и самое главное, БАС ушел. Отстрел произошел Джарманом. Уничтожаю я свои же баги, бей своих, чтоб чужие боялись. Андрей Гатуза должен был увидеть, как я стреляю свое баги, и понять, что Аркан не ищет компромиссов. Играя до последнего. Вы посмотрите, где я нашел место для возведения командного центра. Больше-то нету. Это вообще вплотную практически к базе. Ну, наглость, сестра таланта, скажем так. Получается именно так. Надо нагло действовать. Именно так сейчас пытаюсь действовать. Нечего стесняться. Потому что это же и морально, психологически тоже действует на оппонента. Вот, а минка там чуть сзади, если что. Андрей забирает, ведет в туннель свои войска. Малочисленные снова используют повышение. Из трех два уцелели. Удачно, удачно еще уехал. Обычно Ребели хорошо действуют. И уже баги.
Баги от Андрея. Ему что сейчас можно посоветовать? Либо нагонять баги, но экономика его чуть отстает от моей. Не забываем про невидимость, которая является большим плюсом в борьбе гла между гла. Нет у него такого. Но только спам сейчас, я думаю, ему поможет. Баги. Нужно ему выпускать, у него все по одно. И посмотрите, взял он и апгрейд на него, на количество ракет. Ох, чуть неудачно вывожу я. Неудачно вывел баги. Но зато вы посмотрите, да, он там и начинал спамить потихонечку эти баги. Но сброшена токсиновая бомба туда. И сейчас опять наглость. Вторая, сестра таланта, вы посмотрите, я даю на растерзание токсиновым ребелям ребелей своих. Ванильных. Между прочим, неплохо их там и почикал. Как бы плакаться по ним нечего. Все идет сейчас расход. И вот он мой Джарман на охоте. И летят самолеты. Только на этой карте Airport они своими звуками подтверждают. Идет война. Даже когда вы не видите никаких действий реальных. Все воюет. Шумит канонада на подступах к этой карте. А именно здесь эпицентр настоящей войны. Здесь разыгрывается судьба. Судьба того, кто же станет победителем в данной игре. Работает мой Джарман. Дайте ему хоть немножко пострелять. Он однажды был убит на охоте другим Джарманом. Джарманом Гатуза. И жаждет мести. И вот он Гатуза, кстати, там Джарманом тоже с Радарваном. Не взял он апгрейд на Радарван. Не может открывать просто территорию. Я этот апгрейд взял. Могу в любой момент подсветить территорию и уничтожить любого Джармана Кейла. Именно с таким настроем я и выпускал Джармана и готовился к тому, чтобы его уничтожать. И использовал GPS-скрамблер. 5 невидимых баги, одна из них двухлычковая. Это не просто так. И вот Радар Ван попадает просто, попадает. Совпал серийный номер с датой изготовления. Совпали мы в точке, подъехал туда Гатуза. И вот он мой Джармен. И смотрите, что сейчас. Вот это уже, ребята, весомо. Это уже весомый урод. Это не просто так покататься. Все-таки черный рынок. Для любого гла сейчас в условиях Андрея, когда у него их немало, очень важно ему. А я практически сейчас отключил ему, пусть не полностью снес, но все-таки. И вот, вот она, охота, подсвечен, иди сюда, мой мальчик. 1-1 по поводу убийства и охоты. Да, плачьте, плачьте, пилоты токсиновых гла под руководством Гатуза. Экономически Андрей уже понимает, что неприятности уже практически пришли. Он не анализирует, не вспоминает, ну, насколько серьезная была игра, насколько серьезный был экшен. Насколько давили друг друга оппоненты Экейна и Гатуза в этой игре. И вот смотрите, к чему мы пришли. Невидимость. Невидимость играет на руку Экейна. И что остается Андрею? Ну не может он молчать, отдавать просто так, конечно. Сейчас по сути отдает он просто так. Джарман еще стопорит там езду, отключает впереди идущий танк Скорпион. Но еще есть командный центр у Андрея, есть повышение. И сейчас, во всяком случае, вы видите опять экономически. Экономически. Не нужны войска. Экономика. Экономика у Андрея пострадала в связи с тем, что он делал на протяжении всего боя. Был вынужден лететь тень. Красиво летит. И смотрите, куда? Сюда. Успеваю убрать я баги. Вот стоянку-то зачем? Зачем стоянку? Возможно, там кто-то скрывался из мирных граждан. О, красивые. Красивый дымок. Красный. Трехлычковый баги стреляет теперь же, по-моему, по командному центру Гатуза. Плюс еще 2 баги. Fire! Fire! Опа! И снова генповышение. Вот смотрите, сколько сейчас. Чуть запоздало, я начинаю против. Все баги уничтожены. Очень жалко. Так уж совпадает. Так уж балансом игры предписано. Все рассчитано, как бы, что чтобы собрать такую кучку баги. Практически всегда поспевает Rebel Ambush. Всегда так совпадает, нужно беречь, возможно, выманивать Rebel Ambush на что-то другое, а потом действовать, пока он не возобновился. Опасный Rebel Ambush токсином, видите, даже сброс бомбы повреждает здание. Трехлычковый, вот, охотится за ним, смотрите, радаром ваном. И я высаживаю своих ребелей, уничтожить радар ван. Не светите моего Колю, не трогайте его. И нету Джармана пока. Нету Джармана у Гатуза. А нет, есть. Что-то я его вот только сейчас увидел. Снова охота, смотрите. Не ведется Гатуза на моих ребелей своим Джарманом. И я не ведусь на его, потому что чувствовали, мы знали, что туда не все так просто.
И у меня сбросил Андрей-то токсиновую бомбу, там радар ван мой с апгрейдом на открытие территории был уничтожен, поэтому нечем мне сейчас его подсветить. Вы смотрите, а я держу, выжидаю, охота, 1-1 среди джарменами. Очень было бы неприятно мне потерять трехлычкового. И вот прошло действие токсиновой бомбы. Выпуская снова баги, пока радар ван, видимо, забыл выпустить еще. Знаю, что там нужно противодействовать джарману Коли Гатуза. И снова, и Андрей уже отстроился здесь. Но, смотрите, экономически он уже отстал. Это факт, что он отстал экономически. И вот он нападает, чувствую. Не просто так бежит с рабом. Знаешь, наверное, Коля ходит. Не поведуйся на него, высаживаю для его Коли своих рыбелей. Но не ведется Гатуза. Ну сейчас, там радар ван где-то же должен был быть. Вот он, радар ван. Сейчас там, видимо, обрыт еще у него после выпуска не восстановился. И выпуская специально, делаю очередную замануху в туннельчик. Давай, Гатуза, иди сюда. Где твой Коля? А ну расскажи мне, пожалуйста. Где джарман твой? Вот он, джарман, иди сюда. 2-1. В пользу джармана и Кейна. Охота удалась, на славу. И вот смотрите, поставил минку на всякий случай. Не действует там Андрей Гатуза. Вот она наглость, приносит результат. Командный центр у меня существует. Найдена была для него территория, якобы. Хотя не было ее нигде. И теперь привет от Экейна. Сброшена на единственную оставшуюся цитадель Гатуза, которая реально что-то может осуществлять его в этой игре. Вот так даю ему почувствовать игру. Ну стой, подожди, не уйдешь, Гатуза, все. Экономически всем понятно, что Андрей проиграл. Прекрасная игра на протяжении этих 40 минут осуществлялась на карте Airport. Было хорошее микро, хорошие статические ходы. Не забываем все-таки, токс это токс. И вот таким вот путем Ванила Гла не дает доказать токсу. Посмотрите, какая экономика. Однозначный GG по результату, уже совершенно предсказуемому. Что могу еще добавить? Такого сверхъестественного навряд ли уже что-то произойдет. Скорее всего, нет. Вынужден Андрей Скорпиона выпускать. Я вообще не понимаю, на что он сейчас живет. Там денег-то у него получается один черный рынок. Этим все и сказано. Можно было, в принципе, сдаться. Но Андрей еще играет. Может показать какую-то игру. И снова GPS Scrambler. Все-таки, наверное, почему играет? Командный центр у него еще есть. Хочет чем-то блеснуть, чем-то наказать Экейне. Снова минка на въезде к командному центру. И снова 5 баги. 2 военных завода уже меня живу я припеваючи. 6 баги. Джармен Кэл, 3 хлычки. И теперь только командный центр, уничтожение которого отобьет у Гатуза желание сражаться. И вот смотрите, снова Рэмбель-Амбуш. Видите, вот, созревает вовремя у него. Как раз баги готовы. И вот пошел мой Джарман. 3 лычки, стреляет побыстрее. 1, 2, 3, 4. Отход. Упор лежа. Отжался. Еще раз. Отошел. Давай. Через контр пытается Андрей так поиграться. Вот ради чего он не выходил. 1, 2. Еще раз через контр. Охотится за Джарманом. Нет. И смотрите, что делает баги. Ха-ха. Уцелевшая. Давит всех остальных. Ну что Андрею остается? Да в принципе ничего. Ничего не остается. Сейчас 2 скорпиона у него живы. Снова выезжает туннель из ниоткуда. High from Экейна. Ах, еще у него Джармен есть. Вы посмотрите. Возможно, хочет сравнять он счет с моим Джарменом. 2-2. 3 хлычки моего Джармена ходят. Нет, Андрей сдается. GG, спасибо вам за просмотр, конечно. Зрители, надеюсь, вам понравилось. Не шумите там в самолете. Давайте посмотрим, в чем же дело. Где там экономика? Экономика, вы видите сами, все-таки ушло намного. 32 тысячи. Спасибо за просмотр и счастливо. С вами был Экейне. До новых встреч.